Ούτυρος έτσα σαν παχής πέρι Του μιλχίν σκέρι Του σεβδιάνο Μάιν σαν χέρι Смотри, цифры идут, ты снимаешь, понял? Ну, давай. Ну как бы так провожаем, понял? Сейчас будет полный привод, понял? Тут можно задний, можно полный. Ну давай. Типа, давай полный, универсальная машина. А? Слышь, что, ты стринги одел? Это Ростов. Это ростовская зима. А это АМГшный ключ. А это Е63С 213 кузове в сером цвете. И мне кажется, что это вот самый настоящий АМГшный цвет. Тачка на выхлопе. Ну как на выхлопе? Дискат. Все. Пошумели и хватит. Че там? Интересно. Нравится машина? Да. Как называется? Молодцы. Не-не, банан это CLS, а это Ешка. Пока. Мне кажется, что если бы у меня такое стояло каждый день во дворе, я бы с ума сошел, я бы, наверное, в ней жил. Мониторы, ну, на любителя, если честно. Я фанат стрелок, но мониторы очень красивые и качественные. Салон без карбона, но с хорошей музыкой. И еще тут есть ковшей нет. Это грустно. Ну, не знаю, мне очень нравится ее цвет. Времени очень мало на съемке этой машины. Я ее очень долго выпрашивал у друга. Ну, точнее, не то, что выпрашивал, а просто то у него не получалось, то я был в Москве, то еще что-нибудь. Сегодня с Никитой Серединым, с фотографом, сделаем красивые фото и что-нибудь попробуем снять. Но времени очень мало. Здрасте. Третья на 1100. Чуть не сказал второго, хотел сэкономить. Машина, как и все, жрет дофига. Ну, как и все вот такие. Поэтому говорить что-то о расходе вообще нет смысла. Забрал Серёдю, короче. Он сейчас будет опять стесняться, что я его снимаю. Здорово, малой, как да, ты вообще? Нормально. Как тебе тачка? Спасибо. Красиво подъехал? Да. Так, ладно, пристёгивайся. Ну как тебе, Серёдя, тачка? Рассказывай. Какое? Ё-моё, ну не Цивик, братан, не Цивик, базару нет. Ладно, М5 или Е63? Е63. Почему? Не знаю, мне вообще не снимание, я не знаю. Мне вот кажется, что это прям вот ее цвет. Нет, тебе так не кажется? Ладно, пока тихо. Расскажи о себе. У тебя девушка-то есть?
Не, нету. Слышь, если бы у тебя была такая машина, как думаешь, у тебя бы девушка была? Да. То есть в этом проблема? А ты говоришь, цивик, топовая тачка, блин, карбоновый капот. Ладно, сколько за съемки берешь? 5000. Ты че, блин? Это на какую аудиторию? У людей зарплата в среднем 7000. Ну, а что на таких машинах есть? Бедолаги, братан. Которые на последнее купили, и все. А это Карен GTI. А ну, отойди. Вот он GTI. А это Карен. Ладно, ты видел, что за тачка? Да. Как тебе? В смысле, что ты пола поменял? Да, братан. Ну ладно, ты скажи. Карен в яму попал, переживает, что у него шишка будет. Да она бы сразу вылезла. Да? Да, не бать. Так, ладно, я не люблю этот вопрос, но тебе его задам. М5 или Е63? Е63. Все, я понял. Я не спрашиваю, почему, потому что это глупо. Просто собираю голоса, понял? Давай, в документы. Ну, братан, какие документы? Че ты камеру видел, переобулся, ё-моё. Какой камер? Давай, с места едем. Давай, блядь, слончак. Давай. Это от GTI-ки? На тебя оформлено? Это от MPI-ки, братан. MPI-ки? Да. У меня на себя тачки не ставят, но он чёрный. Да? Да. На кого она оформлена? На двоюродной сестры, товарища, сына, дочь. А-а-а. Сильно. Ну, штрафы тебе приходят. Все, да, готово. Че, нормально? Ой, я что-то нажал. Что? Ё-моё, даже я не знаю, что это. Какой-то кнопка. Все. Ее не хочется сравнивать с М5, потому что это разные машины разного стиля. Нельзя сказать, что эта машина говно. Нельзя сказать, что она какая-то корова. Она точно такая же корова, как М5. Когда БМВшники начинают говорить, что это диван, а М5 какая-то гонка, нет, такой прям какой-то разницы я не ощущаю. Я, конечно, не супер эксперт в тачках, но та, которая стоит своих денег, точно так же, как и М5. Мне эта машина нравится больше внешне, чем М5, но я бы все равно хотел себе М5. Я не знаю почему, просто вот ощущение за рулем М5 дает какие-то особые. Тут я не могу сказать, что прям ужасно, тут тоже классно. Но, блин, М5 мне почему-то больше зашла. Но я бы все равно, если бы у меня было вдруг даже 10 миллионов рублей, которые можно было потратить на машину, я бы не купил ни ту и ни ту, я бы купил 7.2. А Honda с карбоновым капотом? Про дрифт мод. Он включается, в принципе, просто. Тут не надо ничего особого здесь делать, каких-то телодвижений. Включается на небольшой скорости, нужно включить рейс. Вот у нас включен рейс лепестком. Нужно полностью отключить стабилизацию, чтобы она вот там загорелась. Потом мы просто зажимаем два лепестка, подтверждаем. Все, у нас дрифт-мод активен. Теперь мы можем ехать боком. Понял? Но сейчас снег, сейчас зима, поэтому эта тачка едет боком очень легко, даже на полном приводе. Но самое главное в этой машине, то, что ей не надо ждать зиму, чтобы покататься боком, поразвлекаться. Она это может делать и на сухом. И это круто. Серёжа, твои песни играют? Да. Я так и знал. Опять ты с камерой. Бабские песни твои играют. Хорошая музыка, не то, что твои кормят. Хочешь лаваш? Слышь, хозяин машины. Лаваш хочешь? Ты что ешь за рулем? Какой лаваш? У меня нет документов на машину. Отлично. Так что? Куда я попал вообще? Если нас остановят, мы разбегаемся в разные стороны. Хорошо, договорились. Давай, снимай. Расскажи, что ты блогер и у тебя есть свой канал. Всем привет. Я... А себя разве? Подписывайтесь на меня. Я B013BB, ем лаваш за рулем. Про Инстаграм, про Ютуб свой расскажи. А, заходите на мой Инстаграм, а там ссылка на Ютуб. Блин, а у меня будут огромные щеки здесь? Конечно. Черт, она увеличивает. У тебя флешка маленькая? Ё-моё.
Да. Нет, по размер. Да, большая. Да. Короче, ты не умеешь себе рекламу делать. Короче, ну потому что я не могу сама. У нее будут интересные тачки. Вот она про E63 там рассказывает, что-то еще. Это начинающий ростовский блогер. Да. Надо поддержать. Да, ты все точно сказал. Вот это единственный человек, который в Ешке хавает лаваш за рулем, по-моему. Может, потом опидорить? Уже стоит подписаться. А это Сережа. Блин, почему я всегда иду по какой-то грязи, а? Сейчас будет... Это кожа об кожу, это не я. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Надеюсь, пульса красиво. Я уже пошел в грязь, по колено стал. Так. Пристегивайся. Ты хочешь реально этого? Как этот лаунч называется? Дрифт-мод он называется. Дрифт-мод, да, включай его. Давай, выключай полностью я систему. Знаю. Да, Никит. Я готов. Сейчас, я еще целовать песок, по которому... Блин, как будет, если он залезет на мяч, и мы его сфоткаем? Все, дрифт-мод активирован. Подожди, мне что-то страшно. А можно в туалет сходить? И спокойно едет, ага, как будто дед, ничего не блядь. Происходит. А вот то, что мы пиджак тут одет. В отсечке вторую передачу. Серёга, готов? Почему говорят, что Ешка не рулится, не дрифтит? Точно такая же, как М5, правильно? Ну, чуть-чуть получше, конечно. Ну вот, знаешь, это что я заметил? Ты... Со мной все, кто катается, говорят, что со мной не страшно. Это ты на какой машине наловчился? Да на всех. Я даже не знаю, какую сказать. А тебе больше всего какая машина нравится? В дрифте? Да. Что? Сейчас объектив хочу другой поставить. Давай. На кочке. Дай мне объектив поменять, пожалуйста. Ошибки скажи мне. Китов. Ошибок нет, смотри, просто я хочу, понял, какого ракурса снять. Сейчас покажу тебе фотографию, остановись, просто остановись. Вот так, где, ну, заправка, вот это газ, не газ. Да. Вот, тут прям проносить было. О, а следующий тоже хороший был. Мне не нравится. Только я чуть уже мне угол. Прикольно. Мне не нравится. Вот. Хорошо, давай, делай как твой брат, я тебе полностью доверяю. Никита Сергин, это лучший фотограф в мире. Показывай. Да, если кто-то скажет что-то не так или скажет, что он не лучше, то... Пусть пишут мне. Да, и мне. Мы разберемся. Потому что это наш сын. Да ну не снимай меня, пожалуйста. Серьезно? Нифига себе. Что это за палка огромная у тебя там? Ну маньяк, я тебе говорю. Нормально все? Да, вот там больше акцент делай, вот в том повороте, который я... Там просто ямка, мы боялись сделать акцент. Я, естественно, не понял, на каком повороте делать акцент. В общем, Витале можно доверять, судя по моему лицу особенно. Твои проблемы, моя ответственность. Интересно, сколько мы уже кругов сделали? Первые минуты я боялась, сейчас нормально. Вот оно, походу. Вообще так отпердывает. Только молодец, Виталька молодец. Да, Никит. Ты очень поздно ставишься. Поздно? Поздно. Все, я понял. А, все. Просто я тут еще, тут же машины, видишь? Все, давай, давай, я понял. Все, вы все слышали. Представляете, я еду в машине с самим Виталькой Козловым. Представляете? Представляете? Привет, Туське. Хорошо, а? Хорошо. Кайф. Меня что качало еще, честно. Ты там точно снимаешь? Да, я точно снимаю. Уже 10 минут снимаю. Ты целый влог сделала? Да. Правильно. Ребят, вдруг подписывайтесь на Виталию, если хотите, чтобы вас укачало пару раз, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх.
захватило охеренный кадр, потому что, судя по его лицу, когда вау. Бля, ну это ж интереснее, чем снимать, как машина стоит, ну скажи. Да. Ну. Согласны? Я согласен. Да, я согласен. Фух, и сейчас открывается дверь, и я такая, бэээ. Красиво? Нет. Нет? Пройди все кольцо, можно? Могу. Сейчас пик это снимаем. Нормальные люди в 7 утра выезжают или в 5, знаешь, чтобы никого не было. Знаете, просто реально час пик, куча машин все едут домой, а мы посередине просто. Мы аккуратно. Вот залазить в эту вот тему, когда люди говорят, что М5 лучше. Нельзя так сказать, что вот она лучше. Она просто вот на вкус и цвет, она внешне там, ну кому как, кому-то заходит, кому-то нет. Но сказать, что она хуже в управлении, ну не знаю. Да, она там может чуть медленнее на какие-то дистанции, но и фиг с ним, правильно? Ну конечно. Зато у нее звук. БМВ такого нет. Правильно же. Вот это звук. Че, боком поедем? Прямо боком. Кайф, конечно, что был ковш, потому что ковш, он более такой удобный. Он, ну не знаю, мне кажется, что он более глубокий. Ну и, конечно, он выглядит прям очень сексуально. Обычные сиденья так не смотрят. Это Карен. Переднеприводная машина, зимой он не кайфует. В отличие от нас, когда мы едем в дрифт-моде. Ну мы чистые идиоты, ну мы же аккуратно. Карен! Ты нашел предохранитель? Не, братан, с центра ехал, блядь. Хотел спросить, у вас предохранитель на 15 здесь желтый? Нет, нету. Еврик. Нету. Нет, братан, пиздец. Заебался, сигналить не могу, вам посигналить не мог, потому что предохранитель. А я именно это и хотел спросить. Сейчас. Ну все, езжай тогда. Богатые, нет, блядь, да какие мы богатые, мы бедолаги все, братан. Ладно, пойдем Каена проведем. А? Пойдем Каена проведем. Проведем? Ну да, да. Ну паркуйся. Музыку и Карена. Сними салон лучше. С армянской музыкой. Да, братан, подушки куда-то дели. Куда подушки? Можно Каен показать? Подушки на месте. Подушки на месте. А, вы уже его все, да? В смысле, подушки на месте. Точно? На месте? Конечно, вот. Уже на месте. Вот, хочешь, это Harman Kardon. А, это оно, да? Harman Kardon? Кардон. Нет, да, предохранитель? Нет, братан. Тут просто бордюр, надо найти, тут есть именно пешеходные такие заезды. Гольф красивый у тебя. Что вообще происходит? Каен нам прорубает путь. Слышишь, тут прям лед. Смотри. Снял, братан? Да, братан. Нажал. Блин, вот сейчас она выглядит прям, скажи, вот как должна.
цвет, белый снежок. Красотка. Серёдя, есть кадры? Покажи. Ай-яй-яй. А еще есть? Есть, потом покажу. Точно? Слышь, что, ебать ты, блядь, ебанул фотку охуенно. Кайф, вот знаешь, собрать вокруг себя людей, таких единомышленников, которые в каждой машине чувствуют какой-то плюс, какой-то нюанс, а не так, что, знаешь, ты фанатеешь по BMW или там по Mercedes или по Volkswagen. Но это ж крутая машина, как можно сказать. Golf GTI тоже крутая машина же, правильно? Конечно. Просто вот, ну, я за объективность. Ну, я не категоричный чувак сам по себе и не негативный. Понятно, я мог там как-то пытаться докопаться, что-то еще, но не хочется. Эта машина сбалансирована, она прикольная, она интересная. Самое, что главное, зимой ты ощущаешь, насколько она универсальна, потому что ты зимой можешь без проблем заехать в сугроб и из-за полного привода выехать с него. Захотел там поприкалываться, зажал два лепестка, все, поехал на заднем. Если тебе нравится M5, не вздумай говорить, что эта машина хуже. Просто сиди дома молча и говори сам себе, что M5 лучше. Никого это не прививай, никому об этом не говори. Тут уже на вкус и цвет. В каждой тачке есть свой прикол. И все. Но сказать, что эта тачка хуже, чем M5, вообще нельзя. Это неправильно. Понимаешь? Да.